Вот это сейчас третья пара, да? Бедные дети. Я когда читаю, я просто смотрю в глаза, вижу, что в какой-то момент бесполезно что-то объяснять, если там три пары подряд. Записали, да? Теперь давайте посмотрим следующую картинку, чтобы было понятно, что здесь написано. Вот смотрите. Вот у нас молекула, да, находится, ну где мы скажем так, вот, в основном колебательном состоянии. Вот это вот у нас энергетический уровень, это электронные переходы, да, я вот вам рассказывал, как вот эта ось, это энергия вверх, да, это переходы между энергетическими уровнями молекул. Вот это электронный переход, вот это основное электронное состояние, вот это S1, возбужденное. Это, вы помните, я писал формулу, что общая энергия складывается из переходов электронных, колебательных и вращательных. Помните, да? Или не помните? Ну, еще раз. Вот, чтобы понять эту картинку, давайте. Общая энергия молекулы. Я вот даже рисовал эту молекулу, это, ну, как бы, вещь очевидная, общая энергия, так, где здесь, плохо пишут, Е электронная, переходы между электронами, дальше у нас Е колебательная, да, она обычно вибрейшн обозначается, и вращательная, ротейшн. Так, понятно, почему это? Потому что если у нас есть молекула, вот я нарисовал два шарика молекул, то они могут колебаться, я вам рассказывал, и могут еще вращаться, есть еще у них оболочки электронные, где происходит. Понятно, да? Теперь вот эта система, вот эта вот. Это у нас электронные переходы, а вот это вот у нас колебательное состояние. Энергия меньше, чем переходы между возбужденными электронными состояниями. Понимаете? Вот, смотрите, у нас есть основное состояние, S0, да? Вот здесь вот стрелочка. Вот квант света взаимодействует с нашей молекулой, и вернулась наша молекула опять в это самое состояние, в основном рассеяв квант света, да? Соответственно, это у нас произошло рылеевское рассеяние без изменения длины волны. Вот оно, рылеевское рассеяние. Теперь смотрите, вот откуда берется комбинационное рассеяние. У нас молекула находилась в основном состоянии, видите, вот оно, в основном состоянии, да? При взаимодействии с квантом света она вернулась не в основное состояние, а в некое возбужденное состояние, которое чуть выше, вот в данном случае, на вот эту самую ступеньку энергетическую. Видите, да? И соответственно, у нас что произошло? У нас квант света должен иметь меньшую энергию. Правильно, да? Поняли, да? И мы получили вот стоксовскую полосу. Вот видите, вот это у нас частота падающего кванта света, да, а вот эта частота падающего кванта света, а здесь минус, вот связанный с тем, что она чуть-чуть не добрала. Соответственно, энергии у нас стало меньше. Поняли, да? Это называется стоксовская линия. Потом я объясню, вот, что это значит. Теперь представьте себе, у нас молекула была в неком возбужденном состоянии, да? И в возбужденном состоянии она взаимодействовала с квантом падающего света. Вот она была в этом состоянии. Вот не в основном, а чуть-чуть возбужденном. Видите, да? Вот я здесь прямо показал. Она взаимодействовала, а вернулась она в основное состояние. То есть к кванту света, который после взаимодействия с молекулой рассеялся, еще добавилось вот этот вот
Вот это вот, собственно говоря, вот это вот такая ступенька. Это называется антистоп состояние. Видите, да? То есть квант рассеянного света стал обладать энергией больше, чем тот квант, который падал на нашу молекулу первоначально. Вы поняли эту идею или нет? Вот, собственно говоря, что там вообще все знать. Есть еще явление, которое называется резонансное, рамовское. Когда у нас энергия такая, что вот видите, здесь даже вон туда улетает. Здесь вот не хватает уровня, а это вот у нас туда взаимодействует, как бы переходит в более высокоэнергетичное состояние. Да? Теперь смотрите, какое соотношение. Вот эти вот цифры, здесь вот они указываются. Какая часть? Значит, соответственно, вот рейлевское рассеяние, если мы возьмем за единицу, то из рамановской, ну это все эти цифры, конечно, условно. Стоксовская линия, она по интенсивности, по порядку величины, на 10 минус 3 порядка меньше, видите, да, по сравнению вот с этим рейлевским рассеянием, чтобы вы представляли. Это стоксовская линия, это линия. Теперь антистоксовская линия с большей энергией, она по порядку величины на 10 минус 6 меньше, чем вот рейлевское рассеяние. Вот эти цифры, они как раз и показывают соотношение между этими пиками. Понимаете, да? Чтобы вы знали. Ну, а это вот, видите, какое замечательное. Почти единица. Да? Почти. Почему оно такое? Как не устроено? Что я могу сказать? Сейчас объясните процесс, как это. Когда у нас переходит вот сюда, вот когда энергия, видите, вот на более высокую, вот здесь не хватает уровня, а здесь у нас вот энергии хватает для того, чтобы перейти на следующий. Вот по картинке видно. Вот здесь резонансные рамановские линии наблюдаются, да, если рассеянный свет индуцируется только электронным переходом, поглощением. То есть, по существу, здесь рассеянный свет индуцируется поглощением. У нас происходит поглощение, и дальше, соответственно, сейчас... Вот мы с вами абсорбцию изучали, да? Вот это процесс абсорбции, поглощения, да? А дальше с этого поглощения происходит уже возвращение, но не на основной уровень, а на уровень, в данном случае, вот этой ступени. Так а почему она возвращается, если там... А потому что есть время жизни на каждом возбужденном состоянии. У нас с вами есть время жизни. Это поглощение, да? У нас происходит поглощение. Сейчас, может, вам картинку нарисовать, чтобы было все понятно. Мы с вами изучали поглощение. Помните абсорбцию? Вот здесь, по существу, тоже есть явление поглощения. Но почему это явление поглощения связано с рассеянием? Вот кто-нибудь из вас может догадаться или нет? Еще раз. Давайте попробуем как-нибудь объяснить на картинке. Я вам когда-то рисовал вот такую простую вещь. Есть основной уровень, вот у нас квант света, и она переходит сюда, на возбужденный уровень, на уровень электронного перехода. Помните, да? И дальше у нас происходит абсорбция, поглощение, и мы меряем вот... атомно-абсорбционная спектроскопия, я не знаю, были вы или не были. Были, да? Ты была, я понимаю. Теперь представьте себе, вот у нас молекула, она поглотила сюда, да? Но молекула при поглощении молекулы, вот,
она поглотила.